Всем привет! Я думаю, что все знают, что такое нутелла. Поскольку мне не совсем нравится состав там, я решила сделать сама рецепт и приготовить. Мне необходимо полстакана молока, полстакана сахара, ванилин одна пачечка, орехи. Это у меня здесь миндаль, любые какие вы любите, измельчить их. И плитки шоколада, несколько кусочков у меня. И какао у меня здесь примерно 20 грамм. Мой шоколадный крем Нутелла готов. Вот он еще не застыл совсем. Если в холодильник, то он будет намного гуще. Но тем не менее он хорошо мажется. У меня здесь орешки. Можно, конечно, орешки сделать мельче. Вот так тоже вкусно. До новых встреч. Всем добра.